Если брокер закрывается, как вернуть деньги, так как, насколько я знаю, что деньги не попадают по страховку 1400. У вас на брокерском счете не деньги, у вас на брокерском счете ценные бумаги, коммерческие коровы. Ценные бумаги хранятся в депозитарии, депозитарный счет, счет депо еще по-другому называется. Соответственно, счет депо открыт на бирже. И даже если брокера не станет, биржа знает, что вы конкретно владеете определенным количеством ценных бумаг. Переводите эти бумаги со счета брокера на счет, ну, со счета разорившегося брокера на другой счет депо другого брокера, который будет правопреемником, кому передадут клиентскую базу. Вот и все. Или сами можете выбрать, в какой брокер вы хотите перевести свои ценные бумаги. А, помимо всего прочего, мы не находимся, у нас наличных на счете нет. Мы всегда, они 100% инвестированы.